Развитие внутренних авиаперевозок, строительство жилья, инвестиции. Эти и другие темы обсуждались на встрече Владимира Путина и главы Якутии. Она прошла сегодня в Кремле. Егор Борисов рассказал президенту о том, что, несмотря на экономические сложности, в регионе есть заметные улучшения по многим направлениям. Так ожидается рост валового регионального продукта примерно на 2%. Стабильный назвал Борисов и ситуацию с инвестициями. Есть крупные проекты. Также зашла речь и о реализации майских указов президента. Из 44 показателей сегодня республика имеет, ну, конечно, трудности по двум показателям, а все остальные мы выполним. Имеется в виду, это проблемы, связанные с повышением производительности труда, и второе – это по стоимости квадратного метра жилья. Добиться удешевления тоже очень сложно. Сколько сейчас стоит квадратный метр? Да, 62 тысячи рублей квадратный метр. Поэтому мы считаем, по среднем, если по Дальнему Востоку, это относительно нормально. Авиация это развивается хоть что-то? Да, авиация у нас происходит? Две собственных компании. Это внутри региональные компании, полярные линии. Мы их поддерживаем, насколько возможно. Ну и еще и магистральная авиакомпания Якутии, которая обслуживает Якутск-Москва, Якутск-Сочи и Дальний Восток. Тоже поддерживаем.